as I'm staring through the red mist. I feel my blood boiling as I'm clenching my fist so hard. My heart rate goes up to the top, and my mind feels like I'm about to erupt. As I'm staring through the red mist, I feel my blood boiling as I'm clenching my fist so hard. My heart rate goes up to the top, and my mind feels like I'm about to erupt. And my mind feels like I'm about to erupt. Лежат два постэнкаунтеровских тела на песке. Два эстонских тела лежат. Мы в раю. А у тебя нету? Что у кого-то есть? Да, ну, у меня нету. А я бы его у тебя поел. А я бы выпила. Давайте забьем на энкаунтер. Давайте забьем на энкаунтер. Мы едем в сторону Бормута, кстати. Серьезно? Я не против. Особо. Давайте в Амстердам съездим. Там сейчас? Кстати, да. И зачекинемся там. Да. Скажем, где коды, блядь. Да, это 10 уровень. А вы еще не туда ехать в Амстердам, кстати? Хотелось бы часов в 7 позвонить оркам, сказать, мы на каком-то там, как это улица, Штрашно. Да, короче, нам очень страшно. Штрашно. И где? Ладно. Да мы сейчас в шоке. А давай тут дом. Да, тут здесь кода двое Амстердам, да. Жить шлюхами. Поехали в натуре в Амстер. Кто вообще может? Конечно. Может. А, у меня паспорта нет. У меня тоже нет паспорта. У меня есть один. А у меня есть. Давайте нелегально поедем в Амстердам. Да, Илюха, давай мы в багажнике спрячемся без паспортов. А у меня есть ID-карточка и нормально. Ну, одна на всех отлично, мне кажется. Прокатит, да. Давайте заедем на одну секунду. Мы недалеко от Димы. Давайте заедем. Не, люди, давайте заедем к Диме, распечатаем наши фотографии и приклеим к твоему ID. Я предлагаю просто на лоб такие повесить, как в игре. Знаешь, там доктор зло, еще там какой-нибудь. Не мы. Нет, зачем? Мы проще сделаем. Мы сделаем, да, фотографию Илюхи, распечатаем, и, знаешь, просто там прорези в глазах такие сделали, такие налепили. Все одинаковые просто. Да, кстати, тема. Или пакеты на голову можно одеть, тоже прорези, фотографироваться. Реально, одно ID на всех. Да. На религии не позволяет снимать пакет. Просто Куклус Клан едет в Амстердам. Да. Сказать, что мы не можем... Новое ощущение сзади. Да! Так. Прям, да, волшебная музыка. Надо какую-то более динамичную волшебную музыку. Теперь волшебное ощущение. Ты можешь еще раз затормозить так же резко, мне понравилось. Да, потом тормози немножко. Выдавливает. Да, давайте повторим еще. Сейчас. Make it baby one more time. Хватит видео снимать. А что? Нахуй. Ты что? Можно такие слова. Мы лично мы едем. Нафиг не снимай видео. Реально, где ты музыку эту взял в 80-х? Помните, в детстве такой фильм был? Помните, такой мультик был в детстве? Там, значит, чувак с очком по полю бегал. С очком? Я много знаю. Это был ужасный мультик. Да. Это просто кошмар моего детства был. Реально. Я его реально боялся. Это было очень страшно. И каждый раз я утром просыпал, думаю, хоть бы не этот мультик. И там этот да. И он, короче, с очком, и ужасно. Сильный чудовище. Да. Отвратительный мультик. Да? Мне кажется, он ломает детскую птичку. Мальчик с очком. Мальчик с очком бегал. Ёпта. Ну это ужасно. Да. Дядя, кстати. Для меня были мультики в детстве. Дядя в очках очень... Он был похож на Джона Леннона, кстати. Флинстоны, Скуби-Ду. Флинстон. Флинстон. Да, вот типа того. Джетсоны были у вас? Нет. Окей. Мы вчера, мы про черный плащ вчера обсуждали. Да. Не, мы вчера вечером в среду, после обеда. Зон, я устал. Это
тополиный пух, жара июль. Ой, хватит вот этой херни. Мы вчера опозорились. Мы вчера, да, старались. Да пошел ты, знаешь, как мы старались. Да. Да мы получше Иванушек Интернешнл спели. Ваше видео понравилось? Очень. Это был самый ужасный вообще. Я всегда очень... А ты не видел видео еще? Не, я его снимал уже. Он в 3D видел все это. В специальных очках, которые сразу с затычками в уши. Чтобы мало того, что не видеть, так еще и не слышать просто. Надо было траву у дома вчера спеть. Надо было траву просто, а потом у дома спеть. И все. Хватит снимать это видно видео. Да, такое. Что снимать? Макдональдс! О май гад, I'm loving it! Что, надо реально? Да! Нет, ну подожди, а давай можно набрать. Давайте код снимем. Код снимем, давайте. Мы за кодом сейчас едем? Да, да, да. А, ну тогда ладно. А на братом пути мы проехали. Я на красный проехал, кстати. Киркинг только. Отлично, он поедет. А, куда, вы знаете, куда идти-то? Красный свет. Все, теперь я буду расстрелян. Если там стояли камеры, думаю. Да нет, там не было. Не-не, Дима, камеры, которые на красный снимают, они без вспышки. А, не, я не знаю, как с вспышечкой тоже. Снимаю, да. Вспышечка так по машинке. Так, Илюха, сейчас будет следующий поворот налево. Все, вот он. Ага. Отлично. А что здесь делать? Ход искать. По всей улице. Если мы здесь, конечно, должны. Вот, отлично. Смотри, вот там на столбе где-нибудь. Вот. О май бейс, это наши. Народ? Ползайте. Я думал, они все в Макдональдс. Я тоже думал. Энкаунтер, чё? Текст есть. Тогда можно... Пойдёмте, может, отлично, отгадывать. Отлично, отлично. Танцуем, 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 не отвлекаемся. Танцуем. Сзади. 20 секунд до правильного ответа! Ура! Амгадом! Неплохо он крутит. Какие координаты? А у Ильи координаты. Убиваю, посмотри его. Стоп-стоп. 3-2-5-4-3-2, да. 5-3-4-3-4-2. Что, реально правильные координаты? Нет, нет, 5. Вторая часть неправильная. Ну, правильно, первая часть неправильная. Давай. Ну давай, грузись, родной. Yes, sir. Я надеюсь, это не пойдет в YouTube. А, это уже в YouTube. Нет, конечно, не пойдет. Вообще-то это прямая трансляция. Я уже в Ютубе за два видео уже за. Да, за, там он огромный. То есть там надо где-то, да? Бля, да, где дом? Задание в конце. Просто название этой херни, да. Flicker close, да, давай, ну чё, выходим.
да? Там были тучи, и тут облака. Это моя любимая песня была в детстве, фильм. А это не та песня, это оригинальная песня. А, да? Да. Ладно. Просто ремикс, это ремикс. Нет, это оригинальная песня. Это не оригинал, мне кажется, это ремикс. Это оригинал. Не-не-не, это ремикс. Да. Даже не он поет, да? Да. Там бит другой. Да, там и там он как-то болел. Дима, расскажи, что помнят твои вены. Подожди. Дим, сейчас его Дим, отпустите. Неужели? Я хотела расскажи нам. Для перца и для соли. Вот, у нас завтрак у Тиффани. На стол поставить. Замечательно. Что там второе? Герочка. Отлично. Кокаин, героин. А что под чем будет? Или там как бы без разницы? Кокаин, героин, Макдональдс. Стандартно. Джакузи. Стандартный завтрак. Завтрак туриста. Слышь, кто платит, тот и снимает. Ты жрал мою шоколадку? Вот теперь снимайся. Теперь отвечай. Что, все, да? Отвечай на вопрос, Дима, ты кот нашел вообще?